Эстафета «Деревья-памятники живой природы» пришла на Костромскую землю. На этот раз сертификационная комиссия Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» присвоила высокий статус уникальной старовозрастной сосне, произрастающей в труднодоступном месте в Кологривском районе области во овраге на окраине урочища Урма. В июне 2016 года к дереву выезжала группа специалистов Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес». Они описали дерево, обследовали его на наличие скрытых стволовых гнилей прибором резистограф, отобрали древесные керны и в условиях дендрохронологической лаборатории в Москве установили точный возраст раритета. Сегодня кологривской сосне 265 лет. На торжественное открытие дерева-памятника живой природы всероссийского значения приехала делегация от Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Московской школы ухода за деревьями. Слово было предоставлено члену Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации, председателю сертификационной комиссии программы, президенту НПСА «Здоровый лес» Сергею Пальчикову. Он рассказал собравшимся о всероссийской программе, которая была утверждена Советом по инициативе «Здорового леса» в 2010 году. Сергей Борисович передал сертификат, подтверждающий статус дерева с указанием его возраста и переходящий символ эстафеты «Деревья-памятники» Андрею Беляеву. Главе Кологривского района Роману Милютину передали подробный отчет об обследовании исторической сосны с рекомендациями по уходу за ней. «Кологривская сосна будет еще радовать своим могучим видом наших потомков», – заверил глава района. В завершении мероприятия руководители области и гости из Москвы торжественно открыли установленную рядом с деревом памятную табличку с описанием дерева и указаниями его точного возраста. Ученики Кологривской школы, пришедшие на открытие, получили в подарок на память сувениры символики программы. Представители администрации области и гости из Москвы ответили на вопросы журналистов.